Слава Богу, слава Иисусу Христу. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, всех вас приветствую с Украины, с города Николаева. Здесь проходит в эти дни семинар по истории христианства. Семинар, который собрал и собирает христиан очень разных церквей, разных деноминаций, конфессий. И, в общем-то, сейчас самый разгар семинара. И предстоит еще одна неделя, двухнедельный семинар, который имеет такую направленность евангелизационную, потому что каждый вечер не только, в общем-то, часть семинарская, но также и призыв к покаянию, и люди примиряются с Богом, примиряются с Иисусом Христом. И, дорогие друзья, конечно, прошу ваших молитв, также благословения. Подключайтесь к этому семинару в эти дни, каждый день в 6 часов вечера, 18:00 по киевскому времени, 19:00 по Москве, в прямой трансляции на Mail.ru по адресу электронной почты моей elifechurch@inbox.ru. И также здесь на страничке Бишоп Журавлев, в общем-то, есть как раз обработанные записи первых частей семинара. И также семинар, который был в Одессе, уже материалы готовы. Дорогие друзья, всех приветствую вас и благословляю именем Иисуса Христа, особенно православных реформаторов, обновленцев. Хотя не часто епархия наша может собираться, но вот с помощью вот таких трансляций, с помощью вот этих таких и веб-конференций, и, значит, мы можем быть ближе каким-то образом, конечно же. Слава Богу. Надеюсь, что этот семинар послужит к спасению, к именно, на самом деле, к освобождению очень многим душам и тем, которые приходят и будут приходить сюда, а также тем, кто будет смотреть это все в записи. Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья. С Богом. До встречи и на земле, и на небесах. Аминь.